Теперь, когда меня не пытаются убить, странствовать по острову будет проще. Слушай, ничтожный раб, не скажешь, где он, клянусь Герой, я сожгу тут все дотла вместе с тобой. Я уже сказал все, что знаю. Все просто. Гиппократ должен проявить сговорчивость, признать свою вину и публично объявить, что его таланты – дар богов. Но как же его пациенты? Он отвлечется от работы. Если Гиппократ считает, что может нарушать порядок, чтобы стать самозванным полубогом, что ж, возможно, сами боги отомстят ему. Отойди от него. Медленно. Кто смеет угрожать жрице Герой? Я. А теперь отойди. Похоже, боги хотят дать вам с хозяином еще один шанс. Ну что же, передай Гиппократу, что если он публично не преклонится перед богами, я соберу армию верующих. И в таком случае приношением богам станет его голова. О, слава богам, она ушла. Я думал, в этот раз она меня убьет. Что происходит? Я Сострат. Хрисис обвинила моего хозяина в непочтении к богам. Она права? Он верит, что люди могут не только молиться, но и взять свою судьбу в свои руки. Невероятно. Вот бы поговорить с ним. Прости, его тут нет. Где Гиппократ? Он хотя бы в Аргалиде? Да, но он ушел на юго-восток от Дозора Гера, чтобы помогать больным. Здесь он работает? Да, это его клиника. Тут мы изучаем целительство и предлагаем помощь всем страждущим. А почему не в святилище Асклепия вместе со жрецами? Ведь эти края славятся ими, так? Жрецы стараются, но их методы устарели. Гиппократ исследует новые способы. Я найду его. Но если ты пойдешь к нему, можно небольшое поручение? Смотря какое. Отнеси ему кое-какие вещи. Он торопился и забыл их взять. Что еще за вещи? В основном инструменты. Ножи, кишки, чтобы зашивать раны, бинты, и клизма, чтобы прочищать желудок. Вот ее заверни потщательнее. Я отнесу все это Гиппократу. Правда? Но моя помощь не бесплатна. Вот, возьми. Надеюсь, Гиппократ научит тебя, что иногда нужно просто помогать тем, кто об этом просит. Как мне понять, кого я ищу? На юго-восток от Дозора Геры, возле пещеры Пана. К нему стоит бесконечная очередь больных. Узнаешь его по лысине. Но это между нами. Столько больных. И один человек им поможет? Поживее!
Итак, что вызвало это состояние? Может, избыток флегмы? В данный момент – да. Но настоящая причина в бездействии. Вот как? Еда, теплая одежда помогли бы ему. Но знатоки решили, что его состояние – это кара богов, и потому бездействовали. Вызов устоим. Ты, видимо, Гиппократ. Да, и я очень занят. Я постараюсь побыстрее и не буду отвлекать тебя от пациентов и учеников. Наблюдения, опыт и эксперименты равно важны для лечения. Я учу этому людей. Я из твоей клиники в Аргосе. Сострат просил передать тебе это. Я так и знал, что забыл что-то. Сострат хороший врач и как помощник неоценим. Ты попросил его заплатить за работу? Разумеется, я Мистий. Не слишком благородно, но честно. Как тебя зовут, Мистий? Алексиос из Спарты. И зачем ты здесь, Алексиос из Спарты? Гиппократ, мне нужна помощь. Мне сказали, ты помог моей матери. Я хочу найти ее. Здесь бывает много матерей. Они приходят, чтобы Гиппократ помог их детям. Быть может, тебе помогут в святилище Асклепия. У них есть записи обо всех приходящих. Прошу, Гиппократ, я проделал такой путь. Этот пациент тоже, и та, что до него, и тот, что перед ней. Я нужен пациентам, но мои записи о болезнях разума забрали. Верни их, и тогда я помогу тебе в поисках. Быстрее, у пациента мало времени. Если верить Сострату, ты не любишь, когда говорят о твоих... Ну это... О чем? О волосах или их отсутствии. Да, да. Легко тебе шутить. Сам-то ты как ожившая скульптура Фидия. Где искать твои записи? В Тиринфе. Это близко. Может, тебя они послушают. Или пусть готовятся к новому бою. Со мной. Не мне указывать Мистию, как работать, но прошу, ради меня, не убивай без нужды. Пролито уже достаточно крови. Могла Хрисис взять записи? А, ты встретил жрицу. Нет, не она, местный командир. Но его можно понять. Воины страдают от истощения сил. Она приходила много лет назад с раненым ребенком. Ты уверен, что она пошла бы в святилище Асклепия? Тогда я был молод. Если случай был слишком сложен, я отправлял пациента в святилище. И у жрецов хранятся все записи? Да, их гравируют в камне. Старший жрец может помнить. Почему тебе так важны эти записи? Это заметки о болезнях разума, в том числе о так называемой священной болезни. Она у этого пациента. Потеря контроля над конечностями и горлом. Ртом идет пена. Боюсь, он перестанет дышать. Я сделаю все, что могу. Удачи. Мы верим в тебя. Mm.
Лишь бы не заметили. Давай, давай! Здесь бдительные стражники. Thank you.
Нужно поговорить с ним. Святилище Асклепия, бога медицины. Лучше доверить лечение целителю, а не богу. Вот он где. Пусть Асклепий избавит ее от мук. Она умрет? Если боги не услышат наши мольбы. В Аргалиду прибыло много больных афинян, но поправились единицы. У девочки тот же недуг. Я могу что-то сделать для тебя. Мне говорили о хозяине орла. Он жаждет лишь крови и денег. Не трать время, жрец. Обсудим мои желания, когда девочке станет лучше. Больных все больше, а лекарства у нас нет. Жертвоприношения не привлекли внимания богов. Ни свиньи, ни козы не помогли. Нам нужен зверь, чья кровь разожжет пламя, достойное Асклепия. Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища бродит бык с белоснежной шкурой. Ступай на запад, к берегу. Приведи его живым. Боги не смогут не заметить такую жертву. Я трону твоим участием, но я знаю, зачем ты здесь. Все жрецы поклялись Хрисис, что ничего не скажут хозяину орла или заплатят за это жизнью. Но я служу богам и больным, и верен лишь им. Окрестности огромны. Ты можешь уточнить, где именно находится бык? Последний раз он пасся на горе Кариф, у руин Осины. Зачем вести быка живым, если вы зарежете его? Мы не просто зарежем его. Мы польем его голову водой. Если он кивнет, продолжим. Когда боги, люди и звери участвуют в жертвоприношении против воли, это обман. Чтобы спасти больных, нам нужны кровь, кости и жир быка. Расскажи о Хрисис. Она держит всех в страхе. Мы обучили ее всему, что знаем о врачевании, о богах. Но пришли другие. Люди в масках. Изменили ее. Выжгли сердце. Заменили ей богов. Я приведу быка. Thank you.
Хорош ты! Не стоит здесь оставаться. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Белый бык. Я опоздал? Ну, давай. Тебя не
По своей воле. Я заберу сердце. Хватит и его. Противно. Надеюсь, этого хватит. Если им нужен целый бык, пускай приходят сами. Ugh.
Прошу, помогите ей. Снова тот же недуг. Настораживает. Удалось найти быка? Я не смог привести зверя живым, но принес его сердце. Так Асклепия не умилостивить. Зверь не хотел умирать, и сердца хватит для спасения лишь одной жизни. Прошу, мистер. Белый бык принадлежал мне. Я кормлю половину Арголиды. Люди будут голодать. Умоляю, болезнь убила моего мужа. У меня двое детей. Что с ними будет, если я умру? Я богата и могу заплатить тебе. Ничего, помоги лучше им. Ты убил быка. Выбирай, кому помогут боги. Я знаю, каково быть брошенным ребенком. Молись за девочку. Ты пожалеешь. Сложный выбор, Мисти. Но он сделан. Остальное в руках богов. Я сдержал слово. Спартанка, что ты ищешь? Вы знакомы? О ее появлении в святилище ходят легенды. Но я этого не застал. Тебе нужен не я, а Мидон, старший жрец. Он часто вспоминал ее до того, как отрезал себе язык. Отрезал язык? Если он не с больными, значит, в гостевом доме. Проводит время в обществе своих слуг. Спасибо. Я не забуду твою помощь. Эти люди тоже тебя не забудут. Нужно действовать осторожно. Ты не слышишь?
Я жду!